Это турнир, который мы проводим в памяти заслуженного тренера нашей страны Владимира Максимовича. Он традиционный на протяжении уже многих лет. Там пару раз не было в связи с тем, что были карантин у нас в стране, все мы знаем. А так мы его проводим постоянно. И это турнир, скажем так, это старт. Не только старт для сезона, но и подготовку к Кубку и чемпионату Республики Беларусь. Четыре команды присутствуют. Это уже, скажем так, более профессионально, не более, это профессиональная команда страны, которая участвует. И поэтому накладку такую, чтобы не играть по две игры в день, три игры в день, это подготовка, серьезный старт, где будет записываться и статистика игроков, и контракты игроков. Вот, поэтому, конечно, здесь будет три дня, каждая команда сыграет с каждой, и, в принципе, победитель как победитель, но тот сезон, по которому мы должны будем двигаться и идти, он покажет. У нас еще останется две недели до старта главных соревнований, поэтому здесь это подготовка. И не только в городе Гродно, но и в других городах, где есть волейбол. Этот турнир, в первую очередь, это память о тренерах, которых мы не должны забывать, конечно же. Я очень рада, что мы именно с домашнего турнира открываем наш сезон игровой, и очень надеюсь, что турнир пройдет успешно для нашей команды. Ну и, конечно, это престижно, всегда престижно выиграть, какие бы это ни были соревнования. Конечно, сейчас ответственность больше, потому что я сама являюсь студенткой Кубанского университета. Очень рада поступить уже наконец-то официально. И, конечно, это намного больше ответственности представлять уже свой университет, будучи студенткой этого университета.